это проект Recycle Art. Есть такое направление Recycle Theater и Recycle Art как раз, которое заключается в том, что произведения искусства или театральные постановки делаются из, ну, условно мусора. Ксения Исламова как раз предложила нам начать сбор в театре пластиковых деталек игрушек, ненужных, сломанных, кукол, чтобы в последующем художники сделали в нашем фойе театра арт-объект из вот деталек, которые уже никому не нужны. Мы предполагаем, что, скорее всего, это будет картина. Она явно будет объемная, поскольку детальки, собственно, объемные. Вот. В какой-то вот технике, видимо, мозаики. Вот. И мне кажется, что это очень хорошо впишется в стиле фойе театра, потому что у нас есть уже портреты людей с фамилиями на букву М. У нас есть карта из деревянных брусочков, которые тоже нам сделали местные художницы. Приносить детальки могут все, кто хочет, к нам в театр, первый этаж, кассы, через главный вход. Каждый день, кроме понедельника, с 9 до 8 часов вечера. Это режим работы касс. Здесь у нас стоит прозрачный бокс, который как раз в нем видно уже, сколько собрано. Мы не ставим прям конкретных сроков, мы так для себя обозначили, что это до Нового года, но в целом, чем раньше, тем лучше, поэтому будем рады, если все будут участвовать, и потом, может быть, в состоявшейся картине, арт-объекте будут искать какие-то свои старые игрушки и радоваться, что они не просто валяются на помойке, а вот как-то получили новую жизнь.